Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И нет, в этот раз я не буду рассказывать про новый Forza Phone Forza Horizon 3. Чувствую волну дизлайков в мой адрес, но поймите меня правильно. Я не могу больше писать ролики по Forza Horizon 3. Ввиду последних событий у меня абсолютно пропал интерес к Forza 3. Ну посудите сами. Разработчики откровенно забили на игру. Forza Phone уже второй месяц весь в багах. Да и новых испытаний там абсолютно нет. Никаких новых ивентов, никаких новых обновлений. Лично я уже изъездил всю карту вдоль и поперек. Поэтому больше интереса к этой игре у меня нет. Теперь я полностью переключаюсь на Forza Horizon 4. Но тем, кто продолжает играть в Forza Horizon 3, я всегда готов помочь. Ваши комментарии со сложностями вы можете оставлять под этим роликом, либо под другими. Хотя бы один раз в день я мониторю комментарии и стараюсь отвечать всем. Также в описании я оставляю гайд на техники и на настройки сложности. Ну а на этом мне пора попрощаться с Forza Horizon 3. Целый год испытаний каждую неделю бок о бок. Надеюсь, вы меня понимаете и будете продолжать смотреть и поддерживать мой канал. А на этом все. Всем пока и счастливо Forza Horizon 3!